Сразу 192 квартиры в новом жилом комплексе «Астана», расположенного в административно-деловом центре Шымкента, готовы к приему новоселов. Одним из первых счастливых обладателей долгожданной жилплощади стал уроженец Жамбыльской области Куаныш Абиталипов. В Шымкент он переехал по работе 3 года назад. С Китая по съемным квартирам Куаныша не покидала мысль о собственном жилье. За 3 года мужчине удалось накопить ровно половину от стоимости новой квартиры. Мотался по съемным квартирам, было тяжело еще и копить, но я делал регулярные вклады в Жилстройсбербанк Казахстана по программе «Свой дом». И сегодня я получил новую квартиру с просторными, светлыми комнатами. Мне очень нравится собственное жилье. Строительством 4 9-этажек занимались более 300 человек. Спустя год многоэтажки достроили и сдали в эксплуатацию. Жилье 2-го класса возвели на средства акционерного общества НК СПК «Шымкент», инвестора ТО «Онтустек Курлыс Сервис», вложившего в строительство 1 миллиард 200 миллионов тенге. Доля средств акционерного общества НК СПК «Шымкент» в проекте составила 1 миллиард 56 миллионов тенге. Ерекшелігі бұл жиналмалы. Модульные дома строить намного удобнее и легче, в 3 раза быстрее, чем обычные. Модули отливаются на заводе, доставляются к нам, и мы собираем их. Поэтому и скорость строительства нам удалось увеличить в разы. Представители строительной компании дают 5-летнюю гарантию на качество строительства. Что касается фундамента высотки, то застройщики гарантируют, 50 лет можно ни о чем не думать. Дома нам удалось построить качественные за счет постоянного контроля как с нашей стороны, так и со стороны представителей технического надзора. Средняя цена в рамках программы составляет 180 тысяч тенге за квадратный метр. Процентная ставка займа от 5 до 10% годовых. Основными преимуществами программы «Свой дом» является низкая цена за квадратный метр, не привязанная к валютным колебаниям, и отсутствие особых условий по приобретению жилья. В Жилстройсбербанке объявлен конкурс. Стоит поторопиться.